Всем привет! Мы сегодня будем есть спагетти. А с чем? С грибами. Да, у нас сегодня спагетти с грибами, лук, морковка обжаренные. Кони опять носятся. Вот, черный хлебушек с семенами подсолнуха. Салат, морковка, капуста, кукуруза, масло подсолнечное, соль, сахар, уксус. Немножко вот я взяла авокадинку попробовать. Ваня не пробовал авокадинку. Вот мы взяли попробовать. Помидорка и вареные яйца. И всем приятного аппетита, кто с нами кушает. Я попробую сразу же авокадинку. Можно? На хлебушек надо. На хлеб. Ой, я только с хлебом, Ваня, она так невкусно будет. Да. Ну вот, я же тебе сразу сказала, нет, нет, не слышим. Что ее так просто не едят. Ее с чем-нибудь. Либо в салат добавляют, либо на хлебушек с творожком, там, ну, с творожным сыром, вернее. Так, ну давай пробуем уже спагетти. Что получилось с грибами? Грибы у меня здесь набор синявки. Маслята. Немного красных и лисички. Ой, вкусненько. Это у нас завтрак перед школой, да, Ваня? Угу. Ты с вами пойдешь в школу. Как авокадинка вкусная. Съездили мы в Екатеринбург. Ну как без тилин-тилин? Вот как без тилин-тилин, я вообще не понимаю. В общем, съездили в Екатеринбург, хотели одно, получилось другое. Да. То, что запланировали, у нас не получилось, потому что не успели. Как всегда. Грибы холодные, кстати. Конечно, уже все остыло. Я думала, мы приедем туда в 6 часов. А мы приехали в 8. Потому что мы очень долго ждали автобус. Сначала ждали очень долго автобус. 35 минут целых ждали. Потом мы ехали очень долго. Это вообще... Обычно дорога занимает 35-40 минут на автобусе, а мы ехали аж час с лишним. Потому что там пути ремонтировались. Угу. Эльфи, мы приехали в 8 часу, а у нас столик был заказан на 9 часов. В общем говоря, я успела только приехать помыться. Высушиться. И все. С Ваней хотели в магазин сходить. Там у подружки, это вот, к которой мы ездили, недалеко от дома, рынок. Я думала, что мы сходим на рынок, Ваньку хоть это, там ботинки ему надо, брюки купить надо, в школу ходить не в чем. Но все равно выбор побольше, там у них большой такой рынок-то. А в итоге ничего мы не успели. И обратно. Ой, мы гуляли так вообще. Это вообще. Мы нагулялись. Домой пришли в 6 утра. Были в трех местах. Бар Чили. Мы ходили в Чили. Потом бар-ресторан Friends. И, по-моему, бар «Гадкий койот», так что ли называется.
Вот, ой. Вот он у нас был самый последний. Вань, ты салатик будешь? Попробуй, вкусный. Чё ты не ешь? Поем. Сюда положить? Да. Угу. Очень вкусный. 9 часов мы уехали вечером из дома. Приехали в 6 утра. Она меня потаскала везде. И туда. И сюда. В 6 утра пришли, в 9 утра встали, пока сходили в магазин, поесть приготовили, покушали, все, уже 2 часа ехать домой. В воскресенье приехали домой. Зашли в магазин, купили продуктов, сварили покушать. Поели. Я где-то в 7 часов вырубилась. В понедельник у меня было стрессовое состояние. То есть вчера. Сегодня вторник. Ваня довел маму своими оценками. Да? Угу. И не только. А еще чем? А еще и плохим поведением. И все. И у меня вчера стресс произошел. Я вчера ревела. Целый день. Я сломалась от того, что Ваня плохо себя ведет в школе. Плохие оценки у него в школе выставили. Я сломалась. Ну, я их исправляю. Так надо не только оценки исправлять-то. Надо вообще все исправлять. Вот я сейчас сижу, мне опять плакать хочется. А ты не плакай. А ты не хоти плакать. Я и заплачу. А как не хотеть, когда у меня ребенок такой? Как ты там замечания в школе с английским языком, с классным руководителем, замечания в дневнике? Это как так? Я вообще-то не хочу этот английский учить. Мне что-то не нравится английский. Знаешь что? Мне тоже много что не нравится в жизни. А я иду и делаю, потому что есть такое слово «надо». Если ты так будешь говорить, я не хочу и не будешь делать, ты будешь на улице жить. Ты потом вырастешь, ты кому пригодишься-то, если ты, у тебя знаний будет ноль? Никому. Ты это делаешь не для меня, не для бабушки. Ты делаешь это для себя. Попить забыли. Положить салат еще. Еще положить. Что-то я тоже решила еще побольше себе в тарелочку положить. Вот, и в общем, мы так-то съездили хорошо. Ваня сначала был в шоке от того, что ему придется водиться. Я-то его напугала. Такая, говорю, тебе придется водиться в Зое, мы пойдем гулять. Ты будешь за главного. Он аж бедный испугался. Что ты сказал? Я этого не буду делать. Как? Я сам ребенок, а я должен сидеть с непослушным ребенком? Как бы так, да, ты сказал-то? Да как можно, говорит, сидеть с капризной маленькой девочкой? Вот так вот он сказал. Я говорю, телефон у тебя есть, позвонишь. Если что-то случится, позвонишь.
Он, о май гад, как я буду, как я буду? Я говорю, да ладно, не переживай, там мама у них еще. Сова мне на тусу поедет. А я думал, сором, наверное, их мама тоже уедет. Там была тетя Люба еще, приехала, и она вот сидела. Ну, тетя Люба в основном телевизор сидела, смотрела, Ваня все с Зоей играл, водился, там бегали они там, как сумасшедшего. А она как прилипла к нему, к тебе. И вы все мультики сидели, смотрели в телефоне, то играли, бегали, то еще что-нибудь. Ой, ну я погуляла вообще. Мне понравился чили. Ой, нет, мне чили не понравился. Не, не чили мне понравился. Мне понравился Friends. Но цены просто капец. Астрономические. Музыка там, конечно, оказывается, там еще фейс-контроль до 40 лет. А музыка как будто бы для, знаете, кому за 40 играет. Вот. А вот в этом баре я на второй канал закинула, как у меня подружка там танцует это на столе. Угу. Дикий койот, бар Дикий койот вроде. Так. Дикий койот. Вот там понравилось. Там музыка мне понравилась. Атмосфера, обстановка вообще классно. Прямо активно так все там. Народу так много. Только места мало. Было. Только по столам ходить было много места. Угу, там танцуют на столах. А чили там вообще. Мы прийти не успели на выходе. Вернее, прямо на самом входе. Давай ОМОНовцы выводить вот так вот. Аж за руки несколько человек. Я думаю, боже мой, куда меня привели, куда меня привели? Все, человек убили? Несколько человек прям вот так вот загнули руки. И выводили, потому что, видимо, они там плохо себя вели. Там вообще... Конечно, денег у нас ушло, ого-го. Мама дорога. Mm. Но, опять же, это же не каждый месяц, не каждый выходной. Раз в год такой у меня. Что мы это, колбасили. У меня даже подружка разошлась. Коктейли давай покупать, ну, которые крепкие. А я говорю, я не пью такие алкоголи. Нет, она мне купила. Пей. Он говорит, вкусный. С него потом голова болеть не будет, ничего не будет. Ну и что в итоге? Я попить попила, конечно, он пьется легко. Хорошо. Но когда ты встаешь на утро, ты понимаешь, что зря ты все-таки его пил. Этот коктейль. Там что-то с коньяком было. Я не помню, как он называется. Потому что она заказывала. Я просто помню, что я пила и чувствовала коньяк. А потом на утро такое ощущение было, что я клопов во рту раздавила. Ты как бы. А ты клопов пробовала? Не пробовала, а вот когда вот давишь клопа, там запах такой стоит, наш. Ты видел клопов? Это кто? Зеленые такие травянистые клопы, они ползают по травке. И когда его либо заденешь, либо ты его там просто вот шлепнешь, там такой запах идет. И вот, мне кажется, коньяк точно так же пахнет. Не. Не видел. На второй канал засняли, это, как у меня подружка это на столе танцевала. Маленький такой кусочек.
Я-то не рискнула на стул полезть. Думаю, такая тетя Мотя полезет. Там миниатюрно девчонки залазили, так ничего. Классно танцевали. И это нормально. А ты? Кушай, не. Блин, было прикольно. Я постеснялась залазить. Почему? Там и без меня народу навалом танцевала. Я была как больше зритель. Ты наелся салатика, не будешь еще? Нет. Как тебе, хлеб не понравился? Нравится. Авокадо? Кстати, очень вкусно, прямо вообще. А не знаю, может, я есть. Вот такой вот авокадика. В роллы бы. Вот здесь вот лежит, видите? Половинка еще. Надо будет нам самим сделать роллы. Макки роллы. Это как? Ну, это маленькие, которые ты любишь. О, с огурцами. И с огурцами, и с авокадо, и с рыбой. О, вчера ходила, смотрела рыбу красную. Это вообще. 100 миллионов. Цена? Вот за такую пилипулюсечку, писюлечку, вот за такую, вот 200 рублей. И все? Ну что, да чувак, один раз кусануть. Это из такой, такая будет. Надо сходить на развес, посмотреть, где хорошую продают. У нас здесь точно поблизости нигде вкусную не продают. Сколько раз пыталась, и все протухшее воняет. Вид ужасный. Пойдем дорогое. Этот салат очень вкусный. Точно. Все. Угу. Успеваем еще. У тебя 10 минут и школа. А я уже еще наделся. Ой, я устал. Там посмотрим, сок есть, нет? Наливай. Мимо только не пролей. Хочешь? На. Пить. У меня там кофе стоит. На. Тепло. Угу. Так что я надеюсь, Ваня справится. Такой вот сок. Тут еще такая держалка прикольная, мягенькая. Вырежу ее, буду так вот же мякоть. Антистресс. Просто. Ну, как тебе обед-то хоть? Скажи, вкусно, невкусно? Да, вкусно. Грибочки. Тоже вкусно. И помидоры, и яйца, и салат. Все вкусно. Ну, можешь рассказывать свою пламенную речь. Поставьте лайк. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Нажали на лайк, подписались, нажали на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Написали комментарий, вопросик и приветик. Мы, конечно, ответим в следующем видео. И всем пока-пока!